Так, приветствую всех, уважаемые подписчики. Матч на 9 февраля на футбол, значит, Дженнел Кальери. Так, здесь... Так, здесь я взял даже на оба забьются, как на 1.7. Так как обе команды играют и находятся в турнирной таблице, в нижней части турнирной таблицы. И в очных встречах обе команды обычно забивают. И матчи обычно заканчиваются либо 1-1, либо 2-1. Редко когда заканчиваются с одним голом. И здесь коэффициент даже на Total 2.5, 1.9 аж, а на Total 2 1.5. На Total 2 для... без риска, конечно, что поставить. Вот, а на Total 2.5, я думаю, даже реально, потому что иногда сами букмекеры даже ошибаются, ставя большой коэффициент на Total, например, на, да, обычно на Total 2.5. Думаю, в принципе, реально пробьют. Пробивной реальный матч, но большая вероятность оба забьют, конечно. Всем спасибо, всем пока-пока, всем удачных ставочек.